Приступим к пятой лекции по книге «Деяния апостолов». Начнем с Деяний 3.11. Прочтем Деяния 3.11. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Петр и Иоанн исцелили калеку силой Иисуса. Человек, получивший чудесное исцеление, не отходил от Петра и Иоанна. Он был ошеломлен фактом своего исцеления через Петра. Исцеленный мужчина следовал за апостолами по пятам. Все видевшие их люди были потрясены. Это исцеление было выдающимся. И поэтому народ сбежался к ним в притвор Соломонов. Некоторые люди пришли просто из любопытства. Другие хотели посмотреть. Были те, кто хотел исцелиться. Но были и те, кто уверовал в Иисуса и принял спасение. Новость об исцелении калеки разлетелась по всему Иерусалиму. Деяния 3.12. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Многие люди сочли Петра и Иоанна великими чудотворцами. Многие сочли их божествами. Люди хотели сделать Петра и Иоанна идолами. И тогда Петр и Иоанн начали учить их истине. Они обратились к народу со словами: «Не нашей силой был исцелен этот человек. Это не мы его исцелили». Они сказали: «Мы исцелили его силой и именем Иисуса». Петр и Иоанн отказались от незаслуженной чести. Они оставались смиренными. Они превознесли имя Иисуса. Они хвалились Иисусом. Это пример для нас. Нам тоже следует превозносить только Иисуса и свидетельствовать о Нем. Когда у нас что-то хорошо получается, мы не должны гордиться и хвалиться собой. Хвалиться можно только Господом, осознавая, что все сделано лишь по благодати Божьей. Деяния 3.13. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Петр засвидетельствовал иудеям о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Бог прославил своего сына Иисуса. Наш Господь Иисус умер на кресте и воскрес.
Бог исполнил свое обещание, данное предкам иудеев, и послал Христа. Здесь показано, что Иисус исполнял волю Бога. Это указывает на то, что Иисус – Мессия. Наш Господь Иисус был абсолютно послушен Богу Отцу. Иисус был безоговорочно послушен Богу. Иисус пришел в роли совершенного Божьего слуги. Поэтому Бог вознес и прославил Иисуса. Стихи 14 и 15. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека, убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Петр сказал, что иудеи отвергли святого и праведного Иисуса. Они убили его. После слов Петра иудеи осознали, что совершили убийство. До того, как Иисус был распят на кресте, Пилат произвел над ним суд. Иудеи сказали Пилату: «Распни его, а вместо него отпусти на свободу грабителя Варавву». Иисус – Господь жизни. Бог воскресил его из мертвых. Иисус дал нам праведность. Он был послушен даже до смерти на кресте. Он воскрес. Он наш Спаситель. Насколько нечестивыми были иудеи? Первосвященники и учители закона были нечестивцами. Они убили безгрешного и невинного Иисуса. Насколько было гнусно и безрассудно содеянное ими. Они не увидели в Иисусе самого Господа жизни и убили Его. Петр смело обличил их в этом злодеянии. Петр умело упрекнул их. Деяние 3:16. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Исцеление калеки было совершено во имя Иисуса. Калека был исцелен через веру в имя Иисуса Христа. Здоровье этого человека было полностью восстановлено через веру в Иисуса Христа. В Иисусе есть власть. В Иисусе есть сила. Петр и Иоанн свидетельствовали об Иисусе. 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Петр и Иоанн сказали иудеям слова утешения. «Вы убили Иисуса по неведению». Луки 23:34. Петр искренне любил и простил священников и народ.
Петр сострадал людям. Он понимал, что они убили Иисуса по неведению. Он дал народу возможность покаяться. Это говорит о том, что Бог дал возможность покаяться неверующим. Говоря слова утешения людям, Петр подразумевал: «покайтесь». Деяния 3, глава 18 стих. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Сказано: «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Это ветхозаветное пророчество о смерти Иисуса на кресте. Божья воля будет исполнена. Иисус умер, как сказано в Библии, и воскрес, как сказано в Библии. 1 Коринфянам 15, глава стихи с 1 по 3. Петр засвидетельствовал о том, что Иисус умер на кресте, как было предсказано пророками Ветхого Завета. По пророчеству Он умер на кресте, а затем Иисус воскрес из мертвых, как Бог и предвозвестил. 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Иисус умер и воскрес, как и было сказано в Библии. Он совершил наше спасение. Поэтому Петр сказал народу: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Они смогут принять спасение, если покаются и уверуют в Иисуса. Сказано в стихе 20а: «Да придут времена отрады от лица Господа». Здесь говорится о спасении. Здесь также говорится о прощении грехов. Это обетование покоя. Для тех, кто верит в Иисуса, доступно спасение и покой. Здесь говорится о возможности принять спасение через веру в Иисуса. Говорится о имеющейся надежде. Для тех, кто послушен Богу, есть надежда. Есть путь спасения. Насколько бы ни был велик грех, совершенный человеком, он может быть прощен. Любому человеку доступно спасение через веру в Иисуса. Надежда есть. Стих 20б. «И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Бог послал людям предназначенного Иисуса Христа. Также сказано: «И да пошлет». Этот отрывок из Библии учил в прошлом о предстоящем пришествии Христа. Иисус возвратится снова, когда избранные покаются, и Евангелие распространится по всей земле. А значит, что второе пришествие Христа приближается, то есть избранные вскоре должны покаяться и обратиться к Господу. Стих 21. «Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». День, в который все будет восстановлено, приближается. Все будет восстановлено при втором пришествии Христа.
Исайя 11, стихи с 6 по 9. С 6 по 9. А также Исайя 35, стихи с 1 по 10. Исайя 65, стихи с 17 по 25. Иисус возвратится, и тогда наступит время тысячелетнего царства. В это время все в этом мире будет полностью восстановлено. А в нынешнее время вся тварь стенает. Творение стенает из-за греха. Римлянам 8, стихи 18-23. Все будет восстановлено во время тысячелетнего царства. Мы, верующие, будем вечно править со Христом. Мы будем править с Ним на земле в течение тысячи лет, а затем продолжим править на вечных небесах. Сказано, небо должно было принять. Это указывает на то, что Иисус пребывает на небесах до Своего второго пришествия. Иисус восседает на небесах, а затем вернется во второй раз. Деяние 3:22. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Петр свидетельствовал об Иисусе, опираясь на Ветхий Завет. Моисей пророчествовал: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня». Петр цитировал Второзаконие 18:15. В данном отрывке фраза «пророка, как меня» относится к Иисусу. Здесь говорится о том, что Бог пошлет Иисуса. И тогда Бог дарует людям спасение через Иисуса Христа. Здесь также говорится о том, что необходимо слушать слова этого пророка. Здесь говорится о послушании словам Иисуса. Слушаться Иисуса значит слушаться Бога. Стих 23. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Сказано, всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Петр процитировал Второзаконие 18:19. Здесь говорится, что всякий, кто не послушает слов пророка, будет истреблен. Те, кто не послушен словам Божьего пророка Христа, будет отторгнут от Божьего народа. Стих 24. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, тоже предвозвестили дни сии». Пророчества об Иисусе звучали со времен Самуила. Пророки предсказывали сии дни. Дни сии относятся к дням, когда Иисус пришел в первый раз. Иисус пришел в точности так, как предсказывали пророки Ветхого Завета. Пророки Ветхого Завета говорили о том, что придет Мессия, и Иисус пришел именно так. Стих 25. «Вы сыны пророков и завета, которые завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Израильтяне – потомки пророков, предсказавших пришествие Христа. Будучи потомками пророков, они стали детьми Завета.
Бог послал Христа, как Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Иисус пришел, как было обещано. Обещание о Христе было дано еще Аврааму. Бог сказал ему: «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.3. Здесь «в тебе» означает, что Христос будет из детей Авраама. Христос произойдет от потомков Авраама. Через Христа и евреи, и язычники получат спасение по вере. Все люди спасаются через веру в Иисуса. Они спасены через веру. Бытие 15, стихи 5 и 6. Галатам 3:16. Сказано, что Бог даст Аврааму несчетное, подобно звездам, количество потомков. Здесь обещание о том, что Бог пошлет Христа в мир и сделает количество верующих в Него несчетным, как звезды на небе. Стих 26. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Здесь сказано, что Бог воскресил Своего Сына. Исаия 42, стихи с 1 по 4. Иисус является Сыном Божьим. Сын Божий Иисус Христос. Иисус был полностью послушен Богу. Он совершил дело спасения. Бог воскресил Иисуса, чтобы мы имели благословение спасения. Бог благословляет нас через Иисуса. Поэтому нам необходимо избавиться от всякого нечестия. Мы должны покаяться. Мы должны верить в Иисуса. И тогда мы будем спасены. И тогда мы получим благословение. Здесь сказано: «К вам первым послал Его». Бог послал Иисуса к еврейскому народу в первую очередь. Сначала Он представил Иисуса евреям. Затем Бог представил Христа язычникам. Благая весть об искуплении была дана и евреям, и язычникам. Именно поэтому язычники сегодня принимают спасение. Иисус освободил нас от греха. Он спас нас. И таким образом мы принимаем жизнь и приобретаем жизнь вечную. Продолжим Деяния, глава 4. Название 4 главы – «Гонение». Первое. Синедрион помещает апостолов под арест. Стихи с 1 по 7. Второе. Апостолы предстают с ответом и свидетельствуют о Спасителе. Стихи с 8 по 12.
Третье. Синедрион угрожает апостолам смертью. Угрозы и запрет говорить об Иисусе. Стихи 13-18. Четвертое. Апостолы свидетельствуют об истине. Стихи 19-22. Пятое. Апостолы отпущены на свободу и поклоняются Богу. Стихи с 23 по 30. Шестое. Верующие исполняются Духом Святым. Стих 31. Седьмое. Они делятся своим имуществом друг с другом. Стих 32. Восьмое. Верующие получают великую благодать. Стихи с 33 по 37. Прочтем четвертую главу, первый стих. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Апостолы свидетельствовали людям об Иисусе. Начальники стражи при храме возненавидели апостолов. Начальники стражи при храме охраняли храм. Они были священниками. Когда в храме начался беспорядок, священники взяли ответственность на себя. Также здесь находились саддукеи. Саддукеи были членами секты, отрицавшей и воскресение, и духов, и ангелов. Среди священников было много саддукеев. Апостолы продолжали говорить народу об Иисусе. Но саддукеи и начальники стражи при храме возненавидели апостолов. Стих 2. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Апостолы свидетельствовали людям о воскресении Христа. И священники возненавидели их за это. Во всем этом проявились происки дьявола. Дьявол противился и всячески мешал делу церкви. И сегодня дьявол стремится препятствовать распространению благой вести и делу спасения душ. Дьявол вошел в саддукеев и противостал проповеди Евангелия. И все же окончательная победа за истиной. Благая весть одержит финальную победу. Когда мы проповедуем Евангелие, гонения неизбежны. Для нас это честь быть преследуемыми за веру в Иисуса. Быть гонимым за Евангелие – великая привилегия и награда. Стих 3. «И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Саддукеи и священники схватили апостолов и отдали их под стражу до следующего дня. Стих 4. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Несмотря на гонения, Божье дело спасения душ продолжается. Евангелие побеждает вновь и вновь. Ранняя церковь зародилась в горнице Марка.
и насчитывала всего 120 человек. В Деяниях 4.21 еще 3000 человек покаялись. И здесь мы видим 5000 человек уверовали в Иисуса. Евангелие постепенно распространяется. Когда на благую весть устраивают гонения, она распространяется все лучше и дальше. Множество жизней восстанавливается благодаря влиянию веры и примера мучеников. Если семя упадет в землю и умрет, оно принесет много плода. Стихи 5 и 6. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каяфа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Синедрион собрался для того, чтобы судить Петра и Иоанна. Это было главное религиозное судилище. В Синедрион входило по 5 представителей от каждого колена Израилева, в общей сложности 72 человека. В то время священники были во главе совета. Начальствующими в то время были священники. Книжники записывали Писание и придерживались закона. Они также были толкователями закона. Именно они задержали Петра и Иоанна. И теперь они готовились судить апостолов. Совет Синедриона состоял из людей, которые допрашивали Иисуса. Это были люди, осудившие Иисуса. Эти люди предали Иисуса на смерть. Стих 7. «И поставив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это?» Совет Синедриона начал допрос Петра и Иоанна. Они спросили, какую силою или каким именем вы сделали это? Они спросили, какой силой Петр и Иоанн исцелили калеку. Они спрашивали, какой властью Петр и Иоанн проповедуют о Христе. Задавая такие вопросы, они намекали, что не давали такой власти Петру и Иоанну. Они говорили, почему вы делаете эти вещи, хотя мы вам не давали такой власти? Эти религиозные лидеры предъявили им претензию. Почему вы проповедуете об Иисусе? Стих 8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские». Петр, исполнившись Духа Святого, начал свидетельствовать народу и начальствующим. Петр был необразованным человеком. Он был рыбаком с Галилейского моря. Когда Иисус должен был умереть на кресте, Петр трижды отрекся от него. Петр сбежал. И вот теперь он исполнился Святого Духа. Совет состоял из людей, осудивших Иисуса на смерть и кричавших «Распни Иисуса!». Эти люди были наделены властью. Это были страшные люди, крайне нечестивые люди. Петр мог погибнуть здесь так же, как и Иисус. И все же Петр не боялся.
Петр не был напуган. Он верил в суверенную власть Бога. Он верил в силу Господа. Он полагался на Бога и был исполнен Святого Духа. Он свидетельствовал с дерзновением. Раньше он струсил, но теперь он был очень смел. В день Пятидесятницы он принял Святого Духа. И он был исполнен Святым Духом. Вот почему он был способен свидетельствовать с дерзновением перед Синедрионом. Он проповедовал им Евангелие. «Верьте в Иисуса». Он говорил им: «И вы веруйте в Иисуса». Для Петра тюремное заключение и суд на совете Синедриона стал возможностью проповедовать Евангелие людям, занимавшим высокие позиции в обществе, людям, наделенным властью. Стих 9. «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен...» Исцеление калеки было благодеянием, но почему же тогда Петр арестован? Поэтому Петр отвечал таким образом. Он совершил благодеяние и задал религиозным лидерам вопрос, что было плохого в том, что он сделал. Совесть Петра была чиста, несмотря на то, что его заключили в темницу. Он поступал поистине и делал добро. Он стал разбираться, почему к нему такое отношение, ведь он сделал добро. Его совесть была чиста, даже если его хотели посадить в темницу. Стих 10. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Петр сказал совету, что они распяли Христа на кресте. Он назвал их великими грешниками. Он обвинил их в убийстве Иисуса. Однако Иисус воскрес из мертвых. Именно воскресший Иисус восстановил здоровье калеки. Таким образом, они убили Иисуса, но Он воскрес и жив. Иисус не мертвый, Он живой. Живой Иисус восстановил калеку. И сегодня также Иисус живой, и Он спасает жизни. Иисус действует силой и властью. Иисус с нами во все дни до скончания века. Прямо сейчас Он здесь с нами. Он обитает внутри нас. Он пребывает с нами и помогает нам. Мужчина, бывший калекой, был исцелен и встал на ноги во имя Иисуса. Стих 11. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Иисус был краеугольным камнем, который отвергли строители. Петр процитировал Псалом 117:22. Слово «строители» здесь относится к религиозным лидерам Израиля. Петр стоял перед Синедрионом, и его допрашивали.
Эти люди были строителями. Они отвергли Иисуса, считая, что Он бесполезен. Они убили Его. Иисус есть камень. Он есть камень нашего спасения. 1 Петра 2, стихи с 4 по 8. Но Бог использовал Иисуса как краеугольный камень. Бог поставил Иисуса как главу угла. Этот краеугольный камень закладывали в угол между двумя стенами. И он был основанием здания, на котором и строили. Иисус – это камень в основании Божьего храма. Это означает, что спасение возможно только в Иисусе и через Него. Иисус – основание спасения. Но люди мира отвергли Иисуса. Заблудшие религиозные лидеры отвергли Иисуса. Но Бог решил спасти мир через Него. Бог спасает мир через Иисуса Христа, которого отвергли религиозные лидеры. Стих 2. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Стих 12. Деяния 4.12 – очень важный стих. Сказано, что нет ни в ком ином спасения. Нет другого имени, данного человеком, которым должно было бы спастись. Есть только одно имя – Иисус Христос, и лишь в Нем одном спасение. Без пролития крови нет прощения грехов. Евреям 9.22. Имя Иисуса есть истина. Он есть путь и истина и жизнь. От Иоанна 14.6. Евреям 9.22. Больше никто ни в какой религии не проливает за нас кровь. Иисус есть тот, кто пролил кровь за наши грехи. Иисус решил проблему греха. Он сам был безгрешным. Безгрешный Иисус умер вместо нас за наши грехи. Другие, чьи бы то ни было смерти, были бы абсолютно бесполезны. Потому что все остальные люди – грешники, и они умирают за свои собственные грехи. Мы тоже грешники. Поэтому было бы бесполезно кому бы то ни было проливать свою кровь и умирать за нас. Но пролитая Иисусом кровь и Его смерть на кресте за нас были эффективны, потому что Он безгрешен. От Иоанна 10, глава стихи 8 и 9. Иисус есть дверь в спасение. Мы спасаемся только через Иисуса. Петр свидетельствовал об Иисусе. В Ветхом Завете люди спасались верой в грядущего Христа. Иоанн 8, стихи 56-58. В Новом Завете люди спасаются верой в пришедшего Христа. Поэтому мы должны нести Евангелие. Мы должны благовествовать тем, кто не знает Иисуса.
Горе нам, если мы бездействуем. Сам Иисус пришел, чтобы благовествовать. Марка 1:38. Он заповедал нам быть Его свидетелями до края земли. Деяния 1:8. Матфея 28:19. От Марка 16 стихи с 15 по 18. Иисус наш Спаситель. Стихи 13 и 14. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Петр говорил смело. Он был необразованным человеком и по происхождению простым. Его речь была очень проста, и все же он был хорошим свидетелем Христа. 1 Коринфянам 1:27. Бог выбирает слабых, чтобы посрамить сильных. Таким людям приходится полностью полагаться на силу Бога. «Ой, я сам ничего не могу!» Думая так, они полагались на Бога, взывали к Богу и получали Его силу. Поэтому Бог мог использовать таких людей. Апостолы обрели силу. Они могли исцелять болезни. Мы тоже, как и они, немощны. И все же не следует думать, что мы не можем благовествовать. Нам просто нужно полагаться на силу Бога и стать Его свидетелями. И тогда Бог будет с нами и будет спасать жизни. Спасение душ – это не человеческая, но Божья работа. Петр был уверен в Иисусе и уверенно свидетельствовал о Нем. Петр учился у самого Иисуса в течение 3 лет. Когда мы видим, как проповедовал Петр, становится очевидным, насколько хорошо он знал Писание. Возможно, он был безграмотным в каких-то других вопросах. Но Библию он знал очень хорошо. Стих 15. «И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою». Члены Синедриона стали рассуждать между собой. 16 стих. «Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Члены совета беспокоились о том, что же им теперь делать с Петром и Иоанном. Все потому, что через Петра было совершено чудо. Совет не мог отрицать факт свершившегося чуда. А также не было никаких причин наказать апостолов, ведь они совершили благое дело. Члены совета боялись наказывать апостолов, так как могли потерять поддержку народа. Стих 17. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. Члены совета запретили Петру и Иоанну проповедовать Евангелие. Они угрожали апостолам. Они не прислушались к голосу совести.
Они испугались, что лишатся своей власти. И поэтому они запретили апостолам проповедовать Евангелие. Они угрожали им. Однако никто не может остановить Евангелие и дело спасения душ. Стих 18. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». Члены совета призвали Петра и Иоанна. Угрожая, они запретили им говорить об Иисусе. Они продолжали угрожать апостолам. Они пытались остановить истину своими угрозами. Однако никто не может остановить истину, потому что сам Бог за истину. На этом мы завершим пятую лекцию по книге «Деяния». Спасибо.